Здравствуйте, дорогие друзья. 117-й псалом. Самый маленький псалом в книге Тегилим, самый короткий, точнее. В нем всего два стиха. Что о нем пишут? Этот псалом полезен тому, у кого злостно оклеветали. Читают его, чтобы уберечь себя от доносчиков, обид всяких. В такой, знаете, вот махлохиска, много споров, да? Вообще, это псалом относится к временам праведного Машиаха, уже прихода, и несет в себе, тем не менее, очень большую силу. Читают этот псалом для защиты от тюрьмы и для обвинения, для тех, кто злостно обвинен, там, фальшиво обвинен. Написано, что в этом плане он очень сильно работает. В книге Шемуш Тегилим написано, что этот псалом читают для спасения от доносов, преследований, когда от государственных, именно от власти. Есть еще очень интересная вещь. Пишут, что этот псалом для сията дишмая, то есть для помощи с небес. Когда ты споришь, например, с людьми другого веры, другого, да, или просто атеистами, очень сильно помогает чтение этого псалма. Ну и последнее, что я встретил, это для того, вот когда человека оклеветали, для восстановления справедливости за себя или за какого-то человека, этот псалом, если читать, он очень помогает. Ну вот, пожалуй, все. Брахава и ацлаха.